Yo creo que el foro, el chinápolis, porque el foro, colegiana en el foro, y les, los otros están, los países de Nacho, y que van, entonces, con, много начал насыщаться представителями других регионов. И вот несколько лет мы уже наблюдаем, что нам активно присоединяется международное сообщество, и какая-то все обновление стагнации, нет угроз, увеличений. И мы провели такой опрос среди тех, кто так говорил, а что у вас там интересно. Все считали, что мы здесь проводим какие-то внутренние мероприятия, там форум назывался «Россия единая». И когда получали приглашение и письменное, и устное, все думали, что мы здесь будем обсуждать основные общественные, политические проблемы. А самым главным здесь, конечно, были экономика, инновации, инвестиции. И не всегда это сочеталось. Мы решили ребрендинг произвести такой и пришли к такому, понятному для всех иностранных партнеров наших, названию «Бизнес Саммит». Вот вы знаете, угадали, сегодня очевидно совершенно, что интерес существенно повысился, особенно тема «Бизнес в России», «Нижний Новгород». Около 5000 участников, этого не было никогда, причем 3000 официально зарегистрированы, остальные вот часами зарегистрируются. Это участники конгрессных мероприятий, наших круглых столов и панельных дискуссий. Более 15 стран, более 30 регионов России. Вообще, нас сегодня мы очень рады присутствует тоже сенсор, мэтр нашего телевидения, без массовой информации. Он правильно сказал, что исторически Нижегородская ярмарка была самой главной ярмаркой в России. Она подводила итоги экономического года по всей стране. Здесь формировались взаимоотношения, здесь пили по рукам, как говорят, когда не заключали никаких протоколов о намерениях, значит, там потом контрактов, просто взяли руки, функции и расходились. Да? И расходились, считая, что это все закреплено. И вот здесь же формировались мировые цены на зерно, хозяйственные продукции. Первая промышленная художественная выставка 1896 года была выставка, по мнению очевидцев, историков, самая крупная выставка в 19 веке в Европе. В то время, для того, чтобы эту выставку организовать, было построено 550 тысяч выставочно-торговых площадей. Даже по сегодняшним временам это был бы проект российского такого уровня. К сожалению, за это время мы потеряли эти все площади. Разные были события, разные поколения. Поэтому становится меньше, меньше. Надо будет восстанавливать, мы сейчас этим серьезно занимаемся. Да. Есть проект «Конгресс-холла», здесь на 4500 мест трансформированного, где можно будет проводить обычные, самые престижные, самые широкоформатные международные конгрессы.